трассу М1 Москва-Брест строили к Московской Олимпиаде 80. Но лучшие ее участки, проложенные в обход населенных пунктов и с разделительной полосой, остались в независимой Республике Беларусь. Однако последний крупный ремонт там провели более 10 лет назад. Теперь власти Белоруссии решили не просто перестелить асфальт, но задумали масштабную реконструкцию. Издание СБ «Беларусь сегодня» приводит слова министра транспорта и коммуникации Алексея Авраменко. В этом году власти подготовят техническо-экономическое обоснование проекта и намерены убрать немногие оставшиеся одноуровневые пересечения, пешеходные переходы и сделать дорогу без ограничений, что бы это ни значило. Министр не уточнил, будет ли пересмотрен разрешенный порог скорости в 120 км в час. Сами работы по обновлению трассы Брест-Минск границы России начнутся не ранее 2021 года. Тем временем в России заговорили о новой федеральной магистрали М-12, которую построят южнее существующей дороги М-7 «Волга». Принципиальное расположение трассы с автодором уже согласовала Нижегородская область. К фактическому строительству приступят через 2 года. Начальный участок от Москвы до Владимира и финальный от Канаша до Шали запустят в 2024 году, а полный запуск намечен на 2027 год. Немецкое объединение автопромышленников решило перевести автосалон из Франкфурта на Майне, где он проходил последние 70 лет, в другой город. Заявку на проведение выставки 2021 года подали Ганновер, Кёльн, Штутгарт и сам Франкфурт на Майне. Но эти варианты организаторы уже отклонили и продолжат рассматривать Берлин, Гамбург и Мюнхен.